Лента «Гусеница» – веселый этап открытого фестиваля «Равные возможности», ежегодно проводимого Щелковским центром адаптивной физической культуры и спорта «Спартанец». На главной спортплощадке городского округа Щелково 60 детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь, среди сверстников, дети раскрываются на радость себе и родителям. Валентина привела на праздник двух дочерей – младшую Софию и старшую Василису. Мы застали семью за игрой в кран-холл. Очень нравится нам конкурс, веселый, каждый год добавляются новые. В этом году гольф. Больше даже нам способствует общению, что мы все вместе собираемся, общаемся. А тебе-то все понравилось? Да! Спорткомплекс напоминал олимпийский стадион. Ребятам помогали полюбившиеся с Олимпиады Сочи персонажи – леопард, белый мишка и заяц. Кроме кран-холла, ребята поиграли в гигантский боулинг, мини-гольф, прошли полосу препятствий. Группа волонтеров Щелковской гимназии следила, чтобы площадки не пустовали. Открытые фестивали – это, конечно же, множество конкурсов, и один из конкурсов – это стрельба из рогатки. Сейчас мы попробуем выбрать какой-нибудь приз. 3, 2, 1. Ничего не получилось, но главное ведь участие. На одной площадке для многих впервые встретились воспитанники 18-го детского сада, коррекционной школы номер 5 и Чкаловской школы-интерната. В городском округе продолжается декада инвалидов, стартовавшая 3 декабря. Ребенка больше развивает, но они маленькие, командные действия, чтобы командные больше действовали. А так для них это больше эмоциональное состояние. Очень интересно, им нравится. Вам понравилось? Да! В фестивале нет проигравших и победителей, зато фантазии организаторов хватает, чтобы раскрепостить самых застенчивых ребят. Действительно, равные возможности. Мы приглашаем всех деток, рассматриваем их в будущем как потенциальных спортсменов. Многие из них уже ходят к нам, занимаются. На самом деле здесь нет проигравших, все победители. Декабрь, как известно, месяц предновогодний. В финале всех ребят ждал сюрприз от центра «Спартанец» – яркие рюкзачки. Вполне вероятно, что в них скоро появится форма для занятий спортом. Хорошего настроения, крепкого здоровья. Ну и скоро Новый год. Пусть все ваши мечты сбываются. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.